Так, ребят, это охота? Да. Я лок, ребят, я что-то залагал. Беги, Каникси. Секунду, я это перезапущу игру, прям 2 секунды. Лок, ну ты чё там? Да хер его знает, меня выкинуло. Там обнову, что ли, выпустили? Ё-моё. Какой год так? Сидят там два рана. Не знаю, какая там обнова. О, блядь. У входа есть кто-то? У камня. Никого нет. Короче, Лок, блядь, на тебя вся надежда. Ты Давайте, подводишь. ребята, я быстро сейчас. Ты подводишь рейд. Уже давай ебани компу своему с ноги там, блядь. Чё за хуйня? Уже был вык. Сейчас захожу. Это просто бомба. Вы бы уже летели сами все. И вообще всегда сами летите на охоту. От этих локов ждать беспонтовых дырям. Ты злой. Вон там Дарк из буквы Р выговаривать перестал, справедливо пишет. Господи Иисусе, шкаф пришел в рейд, нажимай ритуал призыва, только не двигайся, а то забагается. Смотрим. Смотрим. Иисусе и тряпки. Чуть не могу. Блять, а что вы делаете? Уйдите, откуда эти драконы? Вы что, дураки, что ли? То без дискорда там, пускай это самое. Не обижаются потом. Зор, блядь, тебя ебануть или чё? Кто это агрит? Ты агришь? Пиздец. А ты куда ливнул? ДКшник Тро нам, ты тут?
Войд, меня я не пойду. Ты кто? Репегаст. Йо. Да долбоёбы стоят, агрят весь трэш подряд, блять, вместо того, чтобы сумонить. Нахуй, ну на... Кто агрит? Кровавый взор, ты агришь? Блин, да я одного сагрил стаки набить. Перед вот иди бой. Агри дальше, нахуй. Пегас репрессуй. Ты тут еще? Никогда такой хуйни не делай. Понял? Сука. Так, пока что значит. Тыкните на смог. Все там, у вас три танка, танчите, что хотите там. Вон медведь пускай на боссе будет. Пора. Короче, будем начинать так полгода ждать, давай пугаем. Бля, луцы. Ты кашник, гуляй. Беги, малышка, беги! Come on, Mordos!
Беги, малышка, беги! У нас орды дойдем, но вот. Достаточно таких предметов. Чем могу помочь?
По 6 человек АФК это слишком. Этот ДК, ты видишь, звезда. Прыгни в танк. Запускаю. Привет. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Самых глубоких и темных пещер грозовой гряды. Я не знаю, паладинов тут штук 7, наверное. Бой, герои. А кто ты, я не знаю, да кажется, какой у тебя ник. Ты вхудил что-то. Разморозки там. Yeah.
пускать. Ляпалин, вот упал. Призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Просто 175 тысяч. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джараксус, эридарский повелитель пылающего региона! Вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу. Так, три танка сейчас, да? Паладин, Пика и Мишка. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Так. ДК, ДК танчит. Брогу танчит. Паладин. Где этот? Блять, тут ретрик. Вара танчит. А, Буцинь. Трипо контроль титретрик. Так.
Первый сливаем звезду, потом кружок, а потом будем бить, скорее всего, череп. Еще есть тут у нас шаман. Его контролить, его овцу, жабу, там, крестик, стан, фирсала. Так, я кого держу? Квадрат вара. Имейте в виду, ретрик это черепок. Тоже мы контроль кидаете. Че, погнали. Звезду бьем, если что-то не того притянул. Звезду, а не черепок. Идет на конце просто пушки. Череп добиваем, потом крестик. Давайте звезду соберем, потом дерево. Выиграет от подобной глупости. Пали великие воины. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Гастри белого, все черного.
Ой, слышу, если трофейника мне надо, я бы попробовал Т9 на Ардру. Ага, хорошо. 4 тебе надо? Ну да. Пускать? Да. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Блин, ты опять пиши получше стало, но все равно. Сын, прими это в окно. Ага. Спасибо. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Которые вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Да, все остальные в том, где все стали, обсуждают. Че они там обсуждают? А там этот... Ванилька замолаживает Нурси. Господи. Да. Тогда пусть лучше там и остаются, да? Вот как бы да. Две минуты Гера. Минута Гера, давайте подождем. Нет. Или так, зальем. Мы не ждем. Да, Кристи забыл. Чё, готов? А, ты бахнешь.
Да, 3. Она и без Геры переведется. Дойдите на 30%, Гаральд. 30 секунд. Как по готовности, бля. Все, погнали. Да. Херачик. Давай. Место станет вашей могилой. Лед разбейте. Что там два жука, что-то не пойму. Я тяну одним, он не отдает. Уйти второй там. Жука добивай. Сейчас закопается. Мобов добивай. Стан, да. А вот и гости заявились. 10 там. Муркотика, если в десере есть, не могу. Понятно, блядь. В дис не заходит. Нахуй надо. Жуки сзади, смотрите. Жука надо. Бежим у станда. Паладином причем прибежал, да? Причем закопал. Да вроде он. Тогда нормально. Баг какой-то, блядь. Испытание крестоносцев. Чё за баг? Табличка выскочила. Самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Щиточек же никому танковский не надо. Напало. То надо в рейде, наверное, спрашивать. А ты иду сейчас ненадолго. Бат, спросишь? Потому что мне сейчас отойти надо. Ага, давай. Пидастр. На гуля. Идти на гуля. Этот ДКшник Энги, который потанчишь. Ты на грульмагик идешь дальше? Сколько тебе надо прийти? Не-не-не, я уже уезжаю. Это все, да? Я же поэтому спрашиваю про щиточек напала. Короче. Я просто уже полетку нажал.
там суммануть твоего пала. К этому, как он называется? Окей, я тогда пока одеваюсь.